Девід Гудінг, Джон Ленокс. Ключові поняття Біблії. Глава 1. Ведіння. Нельзя считать себя по-настоящему образованным человеком, не познакомившись хотя бы немного с Библией, оказавшей и продолжающей оказывать столь сильное воздействие на мировую мысль. Это была самая первая из всех изданных книг и первая книга, напечатанная наборным шрифтом на латинском языке в типографии Гутенберга в Майнце, Германии, в 1455 году. Библия, как ни одна другая книга, имела самую большую читательскую аудиторию и больше, чем остальные, переводилась на иностранные языки. При чтении Библии встречаются слова и понятия, которые, в общем, показавшись знакомыми, тем не менее могут быть сразу не поняты, поскольку они используются в качестве специальных терминов. Однако это не должно притуплять интерес к Библии, скорее наоборот, усиливать его. Реальность современного мира так или иначе требует освоения специальной терминологии одной или даже нескольких отраслей знаний, поэтому именно во владевании терминологией и состоит наш главный интерес. Девушка, решившая овладеть профессией повара, должна хорошо усвоить разницу между всевозможными видами тепловой обработки продуктов и знать, почему для одних используется один процесс, а для других другой. Юноша, постигающий мастерство автомеханика, должен знать, для чего служит поршень, карбюратор и цилиндр. Понимать разницу между бензиновым и дизельным двигателем, разбираться в сцеплении, представлять, как сделана коробка передач и понимать, для чего служит акселератор. Наконец, любой человек, захотевший или который должен научиться пользоваться компьютером, оказывается перед стеной сложной системы специальных терминов, которыми также необходимо владеть. Как и во всякой другой области, овладение специальной терминологией, используемой в Библии, ведет не только к более глубокому пониманию предмета, но и дает возможность учителю на ином уровне передавать знания ученикам в классе, открывая для них новый мир. В новой серии статей, предлагаемой вашему вниманию, рассматриваются специальные термины Библии, а в приводимом предисловии дается краткий анализ изучаемого предмета. Было бы логично начать данный обзор с понятия Бога, но поскольку один из важнейших терминов, характеризующих Бога, святой, то и начнем с него. Однако именно здесь возможно натолкнуться на возражение. «Я не верю в Бога», — скажет кто-то, — «и поэтому меня вовсе не интересует его святость, что бы она ни означала. Я живу, не признавая никаких богов». Подобные утверждения достаточно спорны, и если первые два положения вполне могут иметь место, то третье едва ли можно считать состоятельным. Опыт многовековой истории человечества свидетельствует против такого заявления. Все зависит, естественно, от того, что подразумевается под словом «Бог». Многие люди в разные эпохи, так же как и Ницше, приходили к выводу, что Бог умер, после чего принимали решение изгнать из своего сознания всякую веру в единого истинного Бога. До известной степени им это удавалось, но дорогой ценой, ибо вскоре они убеждались, что жить в абсолютно безбожном мире ни с интеллектуальной, ни с моральной точки зрения практически невозможно. Намеренно или подсознательно они заполняли вакуум, оставшийся после изгнания единого истинного Бога всякого рода лжебогами. Даже самый убежденный атеист не может уйти от рассмотрения того, какие силы вызвали к жизни его самого и все мироздание, и какие силы в конце концов ввергнут в небытие их обоих. Независимо от того, называет он их богами или нет, эти силы в конечном счете управляют им, а не он ими. Атеист отвергает идею личного создателя и приходит к выводу, что его собственное существование, как и существование всего мироздания, обусловлено иррациональными, безличными, слепыми материальными силами. Тем самым он одним ударом разрушает всякую надежду найти в своем существовании какой-то смысл. Но затем он обнаруживает, что не может так просто существовать без всякой цели в жизни, без веры во что-то большее, чем он сам, без каких бы то ни было высших ценностей, которые следует уважать, и без того дела, которому можно посвятить себя, а если понадобится, то и пожертвовать собой.
Поскольку он не может посвятить свою жизнь служению единому истинному Богу, он изобретает другие более неизменные цели, иногда возвышенные и благородные, иногда ничтожные и презренные. Он не называет их богами, но мог бы и назвать. Результат в конечном итоге тот же самый. В ходе исторического развития люди создавали себе богов, обожествляя чувственные наслаждения, Афродита у греков, алкоголь, греческий бог Дионис или Вакх, войну. Помните тевтонских богов войны, так вдохновлявших немцев еще совсем недавно. Деньги, удовольствие, славу, государство и даже самих себя. Это делали многие тоталитарные диктаторы. Сталкиваясь с необъяснимыми, на первый взгляд, превратностями жизни, рядовой атеист чаще всего приходит к выводу, что всем правит случай, и покупает лотерейный билет в надежде, что случай улыбнется ему. Древние греки думали аналогичным образом и создали богиню случайности, назвав ее Тихе. И как древние, так и современные эволюционисты полагают, что в конечном итоге именно благодаря случаю появились люди на Земле. Существует и противоположная точка зрения, согласно которой люди – это запрограммированные машины, и свобода воли есть не более чем иллюзия. Античный мир дал имя и этому представлению, ее назвали Фатум и создали из него Бога. Многовековой человеческий опыт таким образом показал, что вопрос не в том, верите ли вы в Бога или нет, а в том, верите ли вы в единого истинного Бога, утверждающего свое право на ваше создание, или же во множество других сущностей, из которых вы сотворили себе лжебогов. Рассмотрим вначале, что имеется в виду в Библии, когда говорится о святости единого истинного Бога. Даже атеист может посчитать для себя поучительным сравнение своего собственного характера и личных качеств с характером и качествами своих лжебогов. Разумеется, признав однажды возможность того, что мы, люди, были сотворены личным святым Богом, вскоре должны будем затронуть и вопрос о грехе. Это второй специальный термин. В наше время все здравомыслящие люди выступают против преступности и убеждены, что с ней нужно бороться на основе закона и бескомпромиссно. Этим объясняется существование тюрем и психиатрических больниц. Но преступники составляют лишь незначительную часть от общей численности населения. Гораздо более существенное значение имеет тот факт, что каждый взятый в отдельности член общества в большей или меньшей степени проявляет свою нравственную неполноценность в тот или иной момент своей жизни. Ни один человек на Земле не является нравственно совершенным. Преступники, разумеется, причиняют много вреда и беспокойства, но обычный человек испытывает гораздо больше страданий от собственного эгоизма, неуравновешенного характера или неразумности, что иногда мешает ему жить в мире даже со своими лучшими друзьями. Неверность, озлобленность, жестокость по отношению к ближним, физическое насилие разрушают семью, становятся причиной разводов и травмируют детей. История ясно показывает, что во многих странах и во все времена люди гораздо больше страдали от невыполненных обещаний политиков, ложных доктрин и репрессий со стороны правящих классов, чем от преступников, которых власти заключали в тюрьму. Как же случилось, что все мы, без исключения, оказались нравственно неполноценными? Может быть, нам стоит обвинить во всем собственную плохую наследственность, заявить, что с этим ничего невозможно поделать, снять с себя всякую ответственность за свое поведение и превратить себя в обыкновенных роботов. Очевидно только то, что если не поставить правильный и точный диагноз нравственной болезни человечества, то не будет никакой надежды на улучшение, не говоря уже об исцелении. В этой связи логично посмотреть библейский диагноз этого человеческого недуга – грех. Это общее понятие, используемое в Библии для обозначения первопричины как самой болезни, так и ее разнообразных последствий. Но общее понятие греха включает в себя, во-первых, ряд элементов, обозначаемых в Библии специальными терминами. Во-вторых, их симптомы, наблюдаемые у отдельных индивидуумов, которые в свою очередь также обозначаются по-разному. Посмотрим и первопричину, и симптомы, чтобы быть в состоянии судить о степени реалистичности предлагаемой в Библии схемы лечения. Общий библейский термин для обозначения этой схемы, конечно же, спасение.
Это понятие требует более внимательного, детализированного рассмотрения в силу того, чтобы разобраться, почему положения, которые в Новом Завете подразумеваются под словом «спасение», в ключевом смысле это не будет преувеличением, прямо противоположны его истинному значению. Распространенное представление о спасении сводит его к увещеванию вести достойную нравственную жизнь, каждодневно корректируя свое поведение, стимулом к чему служит абстрактная надежда попасть в рай в сочетании с реально кажущимся опасением оказаться в аду. Проблема в том, что многие люди принимают это за бесспорную истину. Если есть надежда попасть, когда придет время на небеса, рассуждают некоторые, то вполне очевидно, что для этого следует быть хорошим. Если же это не так, то в рай определенно не попадешь. Данная идея столь глубоко укрепилась в умах отдельных людей, что они не чувствуют в себе потребности обратиться к Новому Завету и проверить, что же там действительно написано. Они просто уверены, что там сказано именно то, что они и предполагают. Однако в действительности учение Нового Завета прямо противоположно такой распространенной точке зрения. Термин «спасение» – это не просто синоним морального кодекса, который следует соблюдать, чтобы Бог принял нас и дал место на небесах. Термин «спасение» имеет буквальное значение. Его номинальная и реальная стоимость одинаковы. Это предпринимаемые Богом действия по спасению тех, кто не способен спасти себя сам, как бы ни старался. Это не наставление о том, каким поступкам надо следовать, чтобы затем попасть на небо. Новый Завет прямо и неоднократно утверждает, что спасение не может быть результатом наших дел. Это дар Божий тому, кто никогда не смог бы заплатить за него или же заслужить его. Все это объясняет смысл слов, употребляемых в Новом Завете. Позже мы вернемся к их рассмотрению для описания различных составляющих спасения. Одно из них – искупление. Обозначает цену, которую Бог уже заплатил, а не ту, которую должны заплатить мы, чтобы избавить нас от нравственного и духовного порабощения и сделать свободными. Другое важное слово – оправдание. Оно тоже даруется по Божьей милости, а не по нашим делам или заслугам. Его цель – оправдать нас перед Богом и примирить нас с Ним здесь и сейчас. Вместо того, чтобы пребывать в сомнениях, примет нас Бог после смерти или нет, оправданный человек может жить с радостным чувством осознания, что он уже принят Богом. И термин «примирение», который мы рассмотрим позднее, подчеркивает этот факт. Христос сделал возможным полное примирение между Богом и человеком, так что мы уже здесь и сейчас в этой жизни можем обрести мир и общение с Богом. Тем самым уже здесь и сейчас мы приобретаем вечную жизнь и возможность наслаждаться ею. Ибо вопреки расхожему мнению, вечная жизнь – это не то состояние, в которое люди переходят только после смерти. Это жизнь, в которой можно вступить и которой можно наслаждаться здесь, в этом мире, и надо принять ее немедленно, иначе нельзя будет войти в нее в будущей жизни». Однако многие, впервые услышав такое изложение учения Нового Завета, считают его совершенно ошибочным и даже абсурдным. Во-вторых, сводятся на нет все искренние попытки самосовершенствования. Предлагаю, что спасение не награда за честные труды, а просто дар, данный людям, вне зависимости от совершаемых дел, добрых или злых, а лишь потому, что было заявлено о своей вере. Конечно, рассуждают они, если человек абсолютно уверен в своем спасении верой, а не делами, то это означает, что остаток жизни можно провести без всякой ответственности за мораль и все равно в конце концов обрести спасение, что совершенно бессмысленно с нравственной точки зрения. Признаться, такая постановка на первый взгляд имеет некоторую силу. Но она основана на ошибочном понимании Священного Писания и исчезает сразу же, как только открываем Новый Завет и читаем, что же сказано там на самом деле. Ни одна книга так настойчиво не говорит о святости, как Новый Завет. Наше изучение святости таким образом имеет целью установить, во-первых, что же понимается под этим термином в Новом Завете, во-вторых, что считается единственно приемлемым обоснованием святости, кстати, именно поэтому Новый Завет утверждает, что спасение должно быть даром, а не платой за святую жизнь.
И в-третьих, какую силу Новый Завет предлагает людям, чтобы они имели реальную возможность прожить по-настоящему праведную жизнь. Эту силу, говорится в Новом Завете, можно получить при двух условиях, первым из которых является покаяние. Значение этого термина может показаться очевидным. Тем не менее, в Новом Завете этот термин зачастую несет в себе гораздо более радикальный смысл, чем просто в повседневном словоупотреблении. Второе условие – это вера. Но, как считают многие, как раз это и есть самое слабое место христианства. Религия, скажут они, целиком зависит от веры, в то время как наука имеет дело с фактами. Наука, следовательно, имеет жесткий фундамент, ее утверждения могут быть доказаны. Правота же христианства недоказуема, и потому оно не имеет под собой вообще никакой надежной базы. Но такие люди забывают, что и собственно наука в основе своей зависит от веры, и что многие расхожие теории и модели мироздания основаны не на доказанных фактах, а на философских предположениях ученых. Они забывают также о том, что личностные отношения между людьми в конечном счете также должны основываться на вере. А поскольку библейский Бог есть личность, а не безликая сила, то и наши взаимоотношения с Ним должны неизбежно основываться на вере. Существенным является вопрос, что именно в Новом Завете подразумевается под верой. Со всей определенностью можно сказать, что данный термин не означает верить во что-то слепо, без всяких свидетельств, которых в Библии приведено множество, что дает основание для веры. И, наконец, рассмотрим, что подразумевается в Библии под второй смертью. Это понятие относится к тому, что в просторечии именуется адом. В воображении многих людей при слове «ад» возникают образы демонов, вилами отправляющих людей в раскаленную печь. Само же понятие «ад» при этом отвергается как примитивный предрассудок. Нет необходимости говорить о том, что такие представления бесконечно далеки от того, что в Новом Завете подразумевается под второй смертью. Разумеется, Библия определенно трактует о том, что Бог должен карать грех не только потому, что Он бескомпромиссно свят и праведен, но и потому, что Он – любовь, которая никогда не изменяет нам. Ни один человек, живущий в цивилизованном обществе и осознающий моральную ответственность за свои поступки, не станет утверждать, что преступление не должно пресекаться и караться. Бог придерживается того же мнения о грехе. В предлагаемых статьях, как правило, не будут приводиться длинные цитаты из Библии. Будем давать ссылки на источник. Следует заметить, что с позиции педагогической практики было бы хорошо предложить ученикам самим найти нужное место в Библии, прочесть его вслух, обсудив затем, подтверждает ли оно положение статьи. Если да, то каким образом?